Христос воскресе! Воистину воскресе. Так. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против. Все, слушаю, пожалуйста. Игнатий Тихонович, давайте сделайте сейчас демонстрацию экрана и пройдем по вот этому заставку, как ставить нормальную. Я вам прям буду говорить, куда тыкать, и вы научитесь. Так, ну давай, как выходить на экран-то? Вот там снизу слева должно быть таких два квадратика. Если на него навести, будет демонстрация экрана. Там, где сердечко. Ну, сейчас, подожди, вот здесь я нашел. Ну вот я нажал. Еще. Вот на два, да? Два квадратика. Ну как будто два квадратика, что-то я плохо вижу. А где больше? Да. Больше нигде у меня ничего нету. Это не слева, а справа. А, да, у вас, да, справа. Написано сеть 7. Справа, так, центр. Нет. Это вот смотрите, справа, прям где само видео идет. Не там, где у вас на компьютере, а само видео. А вот да, вот вы правильно смотрите, вот в этой области, там сердечко есть какое-нибудь, сердечко? Сейчас, сердечко какое? Ну да, вот оно рядом. И так, вот около него два квадратика. Так, вот теперь нажал. И дальше? Так, сейчас смотрю, сейчас должно измениться. Да. А, и дальше начать демонстрацию. Есть у вас такое? Такое. В середине. Так. В середине начать демонстрацию. Ну. Во! Все, теперь я вижу от вашего лица. Ну, еще. Так, теперь следующее. Сверху, справа, там, где крестик, квадратик и черточка снизу. Вот на черточку снизу надо нажать. А ну, то есть закрыть вот это. Свернуть. Да, свернуть. Так. Так, да, вот вы уже в Ютубе, да? Да, конечно. Так, теперь вверх. Видите, мое лицо, видите, отодвиньте это вот куда-нибудь в середину. Вот это. Вот это на середину утащить. Да, ну примерно, да. Вот. Ну. Теперь вот справа сверху там логотип вашего канала. Справа сверху. Справа сверху. Логотип. Да. Где я с книгами стою? Да, вот нажимайте. Вчера я нажимал на него, и на прежний никак не возвращается. Мне это неприятность. Сейчас вернем. Вернуть на прежнее, иначе мне смысл-то какой? Так, ну вернем. Нажал. Дальше творческая студия YouTube. Творческая студия YouTube. Так. Дальше слева выбирайте видео слева. Ну, видео слева. А где там что выбирать-то? Так, сейчас. Все правильно. А теперь отодвиньте вот это мое опять лицо туда вправо. Вправо. Так. И вниз, прокручивайте вниз. Сейчас. Вниз, пошел. Вот оно есть. Вот оно есть. Нажимайте на название. На название. Игнатий Лапкин ответы. Да. Нажал. Так, ждем. Вот она влево выскочила. Так, вижу. Так, теперь вниз. Продвиньтесь вниз. Ну, вниз. Еще. А, так, во-первых, видите, описание? Так, а что дальше-то? Картинку вижу, а дальше что? Не-не-не, видите, описание написано, описание. Задавайте ваши вопросы и прочее. Да. Я вам сейчас скину, и вы туда забейте, там будет содержание самого видео. Помните, по минутам. Вы туда его закиньте, сейчас я вам скину. Ну, так и давай. Сейчас. Так, сейчас. Канал. Содержание. Копировать. Так, вот я вам скидываю.
Вот, нажмите справа снизу. Справа снизу, видите, вылез я, да. Да, нажмите. Нажать на что, на содержание? Да, да, нажмите, да, да, вот так, жмите прям. Так. Мигнуло, улетело. Так, вот. Теперь что? А теперь скопируйте. Вот это скопируйте. Да, скопируйте. Так, копирую. Правой кнопкой, да, копирую. Копировать, копировать, снял. Теперь назад вернитесь, там, где YouTube был. Так, подождите, я назад вернусь. У меня это тут... также свернуть, свернуть. Свернуть опять, а? И теперь сюда вставлять? Да, теперь вот сюда, вот выше, да, прокру... вот, вот там, где описание, описание, видите? Описание, да, и тут сейчас все закрыть тут. Нет, это можете не закрывать, это просто... Видите, там справа чуть-чуть там есть этот, можно вверх прокрутить. Вверх, вверх прокрутить. Да, вот. И вот выше, выше этого, выше. Да, поставить. Да, да, да. Вот да раньше, чем, курсор... раньше, чем задавайте ваши вопросы, раньше вот этого. Раньше там, вот, там вопросик стоит в этой. Не-не-не, нет, вот левее, ниже, левее, ниже. Левее и ниже. Вот, да, да, да. Вот где до Z, до Z. Вот задавайте вопросы где. Да, да, да. Вот, нажмите Enter, Enter, нажмите сейчас. Вот у меня тут городушка-то такая, вот. Все это ломать надо. А, ну тогда не надо. Тогда нажмите просто правой кнопкой до Z, правой. Правой куда? Мышкой, мышкой, правой, до Z, да, вот сюда. И вставить. 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 Так, нажал. Вот. Вот. И вот Enter, Enter не получится нажать, да, вам сейчас никак? Ну никак, мне это надо все это снимать отсюда. А потом... Ну тогда вот так все оставьте. Все, теперь там содержание этот пошло. Ну, будет содержание. Ну да. Так, теперь. Теперь все ниже надо, ниже уйти. Это ниже. Нет, не здесь, а вот общее, общее ниже. Общее. Да. Общее. Во! О, повыше, повыше. Вот, да, 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 вот здесь. Вот теперь видите, вот здесь свой значок. Так, свой значок. Не более 2 мегабайт, да, вот он. Ну. Вот на него нажимаете. Нажал. И вот видите, вот теперь какую картинку вы выберете здесь, тот туда и встанет. Какую? А где она картинка-то выбирать, где ее? Так, сейчас опять закройте крестик, нажмите, я сейчас вам это перекину. Подожди, крестик чего? Вот этот вот наш? Нет, не наш, а вот этот, да-да-да, вот только что сейчас был. Так а вот вверху написано на мои вопросы, это вон две картинки-то, посмотреть надо. Они ну, хотят... нажмите, давайте посмотрим. Вот. Она просто там без... О! Но это, видите, без исправлений. Я сейчас вам с испра... уже исправленную, вы мне говорили, потому что... Да. Как исп... Я сейчас исправленную вам пришлю. Давайте. Так а я еще как к ней проберусь? Сейчас, сейчас, сейчас разберемся. Объясним все. Так. Вставки. Так, вот, нажмите, видите, справа снизу изображение вылезло. Да, Вячеслав нет. Семенов изображение. Нет, она улетела куда-то, нету. Ага, тогда надо на, вернуться на скайп опять. Это надо нажать два раза на меня, на мое вот лицо, где я говорю. Два раза левой кнопкой. Так, нажал. Вот. Теперь там, где сердечко и вот эти два квадратика, нажал. Еще левее, еще левее, еще Пора левее. Это. Открыть беседу. Вот это, да, открыть беседу. Ну. Так, ниже, ниже идите. Ниже чего? Вот это вот, вот. Вот это, да, 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 да. Вот, вот, видите, я исправил. Ну. Теперь сейчас. Нажмите на это правой кнопкой. Копировать. Сохранить как? Сохранить как? Да. И вот здесь это вот рабочий стол, все сохранить нажимайте. Сохранить, она будет под ответом один. Да, 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 да. Потому что у меня тут городушка, я не могу ничего сделать. А те можете будете потом удалить. Ну да. Все, теперь, теперь свернуть, так же, как обычно. Вверху свернуть. Да. Так. Так. И теперь видите, где вот вы стоит ваша фотография? Да. Вот это, да. Три точки нарисованы. Ну. Вот нажимайте. Изменить. Изменить.
Ответ один. Вот она вверху выскочила. Вот, нажимайте, да. Правой? Да. Нет, левой. Два раза. Вот она внизу встала. Все. И теперь нажимайте справа сверху сохранить. Видите, нарисовано. Справа сверху, то есть. Так, подождите. Вот справа сверху синим сохранить. Да. Нажал. Ну все, готово. Теперь будет ролик под таким изображением. И с описанием. Очень даже здорово. Ну так а где второй-то ролик будет наш? А второй сейчас заснимем, и, ну я его еще потом сделаю. Ну вот такой снимок оставлять тогда. Только номер. Да, я вам сейчас этот потом накидаю, вы увидите, я там много вариантов всяких сделал. Там может быть тогда есть еще. Да хочу тут варианты-то. Нет, ну имею в виду для других уже, для других роликов. Ну да, ну вот теперь если вопросы-ответы, то оно вот такой снимок один должен быть. Ну да, только изменяется только там номер 2, номер 3. Номер 3. Да. Но я сейчас потом буду монтировать так, чтобы вам не надо было это изменять, вот как сейчас заходить. А чтобы вы просто заходили сюда же и среди... Вот видите там снизу, еще есть фотографии всякие, ваши вот фотографии, отвечает на вопрос Игнатий Лапкин. А и где, там будет где, вот этот... Где это? Вот, где у вас сейчас ниже. Вот здесь. Нет. Значок. Где значки? Значки, где мы выбирали? Вот это вот. Счастье, выше, Причастие, Богородица. Выше. Нет, вот здесь. Вот где мы только что были. Подожди. Где мы только что были? А где мы были? Вот, смотрите, у вас сейчас мышка стоит. Вот правильно, да. И так я сделаю так, что вам не надо будет скачивать фотографию. Не надо будет. А просто-напросто вы будете выбирать из вот этих трех, которые на выбор есть, из четырех. И там будет вот эта фотография. Я так потом сделаю на будущее, в будущих роликах. Зачем? Это одну и сделать, чтобы не путаться. Да, я имею в виду. Ну просто вы же сейчас заходили, скачивали, правильно? А это не надо будет делать. Я люблю это так, чтобы ничего не делать. Да. Ну ладно. Тогда давайте все, так, можно это... Все закрывать? Да, а так, вы говорили, что у вас все изменилось. Так, ну теперь назад вернуться мне надо, да? В свое. Ну теперь, вы можете закрыть просто... Закрываю, да, внизу вот. Нажимаю, сейчас посмотрим. Все вернулось на место. У меня закладки есть, на закладку нажал и все. Все нормально теперь, да? Да. Все, тогда все. А в следующий раз ты где я буду брать картинку? То сейчас можно показать, где она тут будет. Я вот так же буду присылать, вы будете ее скачивать, сохранить как, и она будет появляться на рабочем столе. Ну вот так вот, все, вернулись на место. Так, теперь я сейчас посмотрю, как получилось. Нет, да, получилось. Выпуск все. Номер 1. Ну все, давайте. Так, перезвон будем делать, чтобы заново запись пошла? Обязательно. Давайте. Перезвоню сейчас, да? Да. Выключите.